Всех приветствую! Итак, возвращаемся к прохождению игры Warhammer 40,000 Boltgun. Для него вышла DLC Forges of Corruption. Это новая глава, называется Кузница Скверны. Ну, давайте посмотрим, что тут вообще происходит. Итак, мерзкие порождения хаоса захватили мануфакториум на Грае. Вы должны любой ценой прорваться к кузнечному комплексу. Именем Императора вам надлежит свершить правосудие над всеми еретиками, что смеют встать у вас на пути. Вот такая вот фигня. Ну, погнали. Свершим правосудие. Я думаю, на высоком будем играть. Малом Кайдо, ваша миссия на Грае еще не окончена. Силы архиврага взяли под контроль сектор Гамма-75В в мануфакторуме. Противник оскверняет механизмы, чтобы использовать их в своих порочных целях. Если не остановить архиврага, скверна разрастется и будет угрожать всему миру. Пройдите через мануфакторум и пробейтесь к кузнечному комплексу. Учтите, предатели будут сопротивляться изо всех сил. Предайте их правосудию Императора. Спуститесь в демонический цех и устраните скверну любой ценой. Вы избраны Императором. Вы несете погибель еретикам. Во имя Императора. Не щадите никого. Ну погнали, никого щадить не будем. Да, прольются реки крови еретиков. Окей. Аналогичный субоптимальный статус. Дивергенты, временные варианты. Так, ну вот эта летающая башка будет нам что-то тут под руку в основном болтать. Я читать это, думаю, не буду, потому что не всегда это удобно делать. Гранаты. Ага, ближний бой. Это правая кнопка, гранаты Q. Ускорение. Ну, вроде бы повспоминал. Порезать, конечно. Готово. Ну, вроде бы пока не сложно. Всякое собираем. Ничего тут особо интересного я, конечно, не вижу. Но вот туда залезть надо по-любому. Кто-то под меня пытается стрелять. Домой. А тут только один же такой спуск, да, был? Крабкаться можно, нифига себе. А, это оттуда надо.
Ну, не такой уж и сложный этот секрет. Прям на виду. Обнаруженный токсин запускается вертикальная перистолитика. О, там дробовик болтается. Я думаю, вставать туда не надо. Быть супер аккуратным. Вот так вот. Нет! Ух, ладно, сойдет. Но дробашек мы все-таки получили. Предварительно потратив, правда, кучу брони. Там чуть ли не за одно касание по 20-30 единиц снимается. Анализ эстетики завершен. Показ в пределах допустимых параметров. Ну, в общем, что-то он ерунду какую-то говорит. Особо каких-то сюжетных смыслов в диалогах этой летающей башки я не вижу. Кто-то там даже взорвался. Все равно от него получил, что не очень приятно. Что еще? Ну, вроде бы ничего. Всех тут вылез на меня попукать. Я попустил оперативно. Рока во внешней стене. Мануфактурума. Это светотац. Понятно.
Ну так вот. Вот этого товарища я еще с оригинальной помню компании. Крайне неприятный. Бегает постоянно. Еще и оживает. Здоровья на него потратил, что вообще мое почтение, конечно. Так что его корешей надо сейчас тоже пропустить. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой, он в меня попадал все это время. Боевик закончился. Нет. Так, нас бизнес сохранили. Вообще тут же, по-моему, на F5 может сохраняться. Давай что-то бегу. Забыл про сохранение. Ой-ой. Обнаружен тяжелый болтер. Ага. Рекомендация приступить к аннигиляции. Ого. Ну и благо в воздухе можно убивать себе по всему. Вот это я не знал. Завис, я могу его попустить. Капец, я вот просто стою, даже не двигаюсь, они попасть по мне не могут. А на этот раз он почему-то с первого раза помер. Это наловил, конечно. И снова наловил. Ну сейчас он успокоится. По-моему, не успел взять.
попал по мне. О, там еще один. Вот туда бы запрыгнуть, конечно, было бы неплохо. Вообще в падлу подобрался и давай тут мне подсирать. Так, ну вроде и так можно. Сейчас главное не пиздануться. Так, боеприпасы для ракетной установки. Опа, а я еще и туда могу, хотите сказать? Блин, не зацепляется, конечно, жаль. Я не сразу заметил, что туда тоже могу слазить. Так, осторожно, осторожно. Таких жабок я помню. Ага, это секрет, понятненько. Ну, неплохо, нашли еще один секретный секрет. Так, выходите, у меня патроны как раз хорошие появились. Угу. Ой! Такого я немножко не ожидал. Там опять во, да. Здорово, пацаны. Да. Все, готово. Тоже типа секрет опять. Из-за угла так вылетают не вовремя и неприятно. А там эти еще со шлемами. Бегают, прыгают. Я тут еще поисследую канализации. Ах, да, у меня там патроны хорошие, но я их на бочки трачу. Формы я, наверное, не залезу пока. Вроде бы... Опа! Ключик.
дробовик лучше. А то знаю я этих гадов. Прямо в лицо выбегают. Вот да. Застрял, ну и быстро получил по шее, благо. А вот ключик. О! Так, в первую очередь избавляемся от них. А вот второй летает еще. Третий, точнее, даже. Еще не заметил его. Посажен. Так, с этими неприятными я разобрался, товарищи. Тихо. Ну, отсюда вроде бы никуда особо не запрыгнуть. Тут я вообще вниз мог. Опа. Внизу тусят пацаны. Ну, вроде там внизу никого нету. Так, для тяжелого болтера нам все это безобразие пригодится. Вот я его сейчас намеренно расстрелял весь. Ага, вот и красная дверь, которую я почему-то вообще не заметил даже. Смотрю. Да, вероятно, встреча с мощными силами еретиков. Милостью императора, да. Оу, май. Твою налево! Блин, только отвернулся, уже там кто-то меня атакует. Чё-то тут совсем ничего нету. А вот по этой жиже я могу как-то ходить без проблем. Тебе.
понял. А базу... А где у меня базука на панели что-то? Ладно. Очень интересно. А, она в последней ячейке. Вот он еще, блин. Внизу. Контейнер зайти, но нет. Казалось, что нельзя. Так, что он там опять? Теперь типов вещает. Зеленая штука самонаводящаяся, я же отбежал, как по мне попал вообще, алло. Открылся. Не, мам.
что он этих чуваков создает, понятно. Близко к нему не подойду при таком раскладе. Чудом выжил. Не знаю, имеет ли смысл сохраниться с этим одним хелом. Ну, я сохранился, но я посмотрю. Ах ты, ёптать. Он переписывает быстрое сохранение. Но у меня есть перед началом этого боя. О, кстати, а там что, написано есть, что ли? А, вот здесь. Офигеть, 8 секретов. Офигеть. Фишку пропустил. Мне с одним холом там нечего делать. Сейчас до самого начала вернусь. Или может найду противника, которого пропустил, и он меня просто сейчас убьет. Жут, кстати, огрызки собираю. Да. Не ахти, конечно, не ахти. Забегать туда в самое месиво крайне опасно. Я восстановил, конечно, себе здоровье. Это ты что тут делаешь? Ну, это, видимо, какая-то погоня там за мной все-таки образовалась. Все. Это было быстро. Да, просто безумие.
И самое плохое, что эта штука долетает даже через... через все окружение. То есть сквозь стены, там сквозь все вообще на свете летит. Так, ну, в общем, понятно, что пока я этого хера не пущу, не выпущу. А он не будет что-нибудь отвечать, или я могу его просто безнаказанно расстрелять? И даже его вот эти мелкие подсосы мне ничего не сделают. Ну, видимо, да. Во! Зарядимся, пока не пьют там адрес. О, неужели они побежать решили? Сливаетесь с этой хероборой и... вообще ничего не понятно. Где-то даже еще остались. Ну, в общем, по-читерски завалил я этого хера даже. Глазом не моргнув. Ой, тут даже хилы были, офигеть. Убийство 100, но, типа, блин, 5 секретов, офигеть, еще не нашли. Жалкая попытка нападения на меня. Твою мать, это было неплохо, конечно. Для таких пососов. Ой. Не зарядил. Бежал. Наш 12 патронов меня где-то налутали. Духовный гимн, ошибка. Духовный гимн не найден.
вроде бы всю их банду я раскидал. А, так, пока нет, сюда не надо. Но... мы еще без пацанов стреляем. В целом я понял, откуда тут могло накопиться 5 секретов. Потому что мы тут еще будем ходить, видимо, по локации. Да, мы по кругу прошли, а вот здесь я уже всем навалял, так что можно идти нырять в этот лифт. Больше для нас здесь ничего интересного нету. Подозрительно мне много ресурсов дают. Что-то тут будет. Ох, что-то будет. Секрет. Данные получены, вероятность обнаружения высокая. Где ты?
еще что ли? Так, здесь где-то броня лежала. Мне вот ее бы взять. Все, и можно идти отсюда. Выход открыт, действуйте. Действую. Ну, время 45 минут, наверное. Да, ну, нормас. Пойдет. Так, ну, Восшествие ужаса уже тогда в следующей серии будем делать. На этом закончим. Благодарю за просмотр. Всем пока.